есть люди, с которыми можно поговорить, даже находясь за несколько тысяч километров, и они до тебя все равно дотянутся. Это вот такой какой-то вайб, который пробивает и через экран ноутбука, и через телевизор. И именно эти люди в итоге оказываются в этом самом экране ноутбука и в этом самом телевизоре. Это программа «Честное слово», и я Маруся Загорская. А в гостях, хоть и виртуальных, у меня сегодня наша землячка, которая сейчас живет в Москве. Это певица Диана Завидова. 2 лет я держала микрофон в руках. Я была студенткой экономического общего факультета, и как бы, ну, все выстраивалось несколько иначе. Уважаемые родители, извините, но диплом мне не пригодится, да? Музыка стала все больше и больше, не знаю, занимать мое время. Артист — это не только про голос, про диапазоны, это про подачу, это про твое вообще актерское какое-то тоже в том числе мастерство. То есть это и танцы. Ключевое — быть услышанным в любые времена, в любые самые тяжелые ситуации. Просто находить время, помечтать. Но если бы мне сказали, что вот, не знаю, там, завтра записываешь дуэт с кем ты хочешь, я бы, конечно, поработала с Бейонсе. Я даже не буду говорить, что там второй, третий, вот достаточно. Мне хватит и одного дуэта. Даже если это будет, не знаю, 3 человека, которые вот что-то уловили, нашли, и их это как-то где-то успокоило, где-то смотивировало что-то, то для меня это уже счастье. Диан, привет! Привет! Привет, Маруся! Откуда ты с нами разговариваешь сегодня? Сегодня я разговариваю из столицы, своей квартиры. Но это никак не связано с пандемией, скорее с моим настроением и с тем, что мне гораздо проще, легче именно, находясь дома, с вами поболтать. Диан, вот знаешь, ну, любой артист, ну, не появляется из ниоткуда, а любой артист, он каким-то образом, скажем так, вырастает. Вот откуда ты появилась, Диана Завидова? 2 лет я держала микрофон в руках, дома пела караоке, ну, пыталась петь. Далее в школе это были всевозможные выступления. Всегда была очень активной, всегда выступала, танцевала и очень много посвятила времени именно танцам спортивным. Ну, а в дальнейшем просто я уже начала заниматься с педагогами, потому что музыка стала все больше и больше, не знаю, занимать мое время. Мне было, безусловно, это все интересно. И потом я уже начала писать свои песни, и все это вот такая вот долгая-долгая, на самом деле, линия, которая кажется вот такой быстрой, но на самом деле нет. То есть она, ну, занимает, ну, всю мою жизнь с рождения, вот, и как бы все так по нарастающей. Мама, я вновь ему не сказала о том, как сильно устала. Просто дружить. Опять пишу и стираю, ему пишу и стираю. Наверное, неприлично так откровенно о личном. Ну, сколько я знаю, вся твоя семья, она занята в семейном бизнесе, и твоя сестра старшая, она тоже занимается семейным бизнесом. Как вообще родители отреагировали на новость, что Диана не будет вместе с семьей заниматься, а пойдет вообще по своему пути? Сначала, конечно, это был такой вопрос, почему? Потому что я была студенткой экономического общего факультета, и как бы, ну, все выстраивалось несколько иначе, но так как мы очень близкие все с семьей, меня, конечно, поддержали. Ну, конечно, это сложно для семьи, но я испытывала, то есть, не знаю, поддержку, и вот это вот как бы так на мне сконцентрировались все силы, что да, это нужно сделать, нужно попробовать, и почему нет. Тем более мне как бы семья, конечно, в бизнесе, но все равно все такие креативные, творческие, то есть очень много проявлений разных у нас именно внутри, между собой. Поэтому, конечно, это была только поддержка и по сей день это ежедневные какие-то мотивации и вдохновения друг для друга. Ну а как этот разговор вообще состоялся? Вот ты училась на экономическом, пришла вечером и говоришь: уважаемые родители, извините,
Но диплом мне не пригодится, да? Нет, диплом все-таки у меня есть. Я в этом плане очень целеустремленный человек. Считаю, что нужно, если ты берешься за что-то, всегда доходить до конца, заканчивать. А разговор... Ну, все к этому шло, потому что я достигла какого-то определенного уровня в городе, я говорю, именно своего развития как музыканта. То есть я участвовала в конкурсах, и мне захотелось чего-то большего. И то есть сначала я начала в Новосибирск перемещаться, то есть это совсем рядышком с Барнаулом. Туда ездила практически каждые выходные, жила там, общалась там тоже с людьми из этой индустрии. А потом я поняла, что так, кажется, хочется еще больше, и почему нет? И, ну, конечно, так скажем, со слезами и с эмоциями на глазах я обо всем это рассказывала. И, ну, и все, и родители сказали, ну ладно, ну что делать, то есть как бы хочется так хочется, почему нет? Расскажи вообще, 25 лет, чем ты вот к этому возрасту уже можешь гордиться, назови, ну скажем так, я не знаю, топ-3 такие ключевые точки своей карьеры, которые ты считаешь вот для тебя уже такими важными? Важными в карьере. На самом деле просто... Кажется, что очень-очень-очень много всего, а с другой стороны, кажется, вроде ничего и не произошло. Но на самом деле я считаю, что на сегодняшний день, наверное, одно из ключевых — это, во-первых, как бы площадки, которые мы прошли с командой, то есть, ну, не прошли, на которых мы участвовали, крупные фестивали, то есть это и «Жара», и «Беглов шоу», и то есть это, конечно, первый раз, когда я вышла на сцену Олимпийского, которого уже сейчас реконструируют, а когда-то это была моя мечта, и я рада, что я побывала именно в том старом Олимпийском. Конечно, это, не знаю, дуэты с такими великими артистами, Лев Валерьянович, и тоже как бы, ну, все это вот какие-то стечения обстоятельств, судьба, по-другому не назовешь. Конечно, это первый EP, тоже как бы уже, то есть какой-то такой итог какого-то этапа. И не знаю, наверное, одно из таких ярких впечатлений — это наше участие в фестивале как раз-таки на Алтае «Земляки», которые проходят в Верхобском, когда мы участвовали и с полной программой около 30 минут, то есть мы делали постановку, мы делали шоу прям вот, насколько это было возможно в этом формате, мы сделали контент, танцы, костюмы, я очень-очень люблю наши костюмы, вообще безумно. В общем, ну вот, наверное, какие-то такие яркие вспышки, то, что сейчас пришло, но, конечно, по большей части, ежедневно, находясь вот... в этом, как бы, в этой индустрии ты сталкиваешься с какими-то очень крутыми и людьми в том числе, что тоже являются какими-то яркими моментами. Это какие-то особые волны, когда люди, ну, талантливые, креативные и работают на отдачу, то есть как бы какой-то вот в этом есть какая-то магия, что ли, не знаю, то есть и ты испытываешь такое вот чувство не просто удовлетворения, а вот такого переизбытка немножко даже того вообще в принципе, как здорово, как классно, и в общем, не знаю, заряд, только заряд. Ты самостоятельно там двигаешься или есть человек, какой-то наставник, продюсер? У меня есть обратный вопрос, как это ни странно, что касается, в каком ключе, в каком понимании, как вы там раскрываете для себя вообще продюсера, что вы в это вкладываете? В России принято как, что продюсер — это человек, который говорит, в общем-то, все, начиная от того, в каких там бусиках, и заканчивая до того, с каким парнем, вот. Да. Но я имею в виду, наверное, не такое жесткое, а какого-то наставника, человека, который может дать какой-то совет, как двигаться, потому что, ну, конкуренция большая, рынок очень широкий. Вообще есть какой-то такой вот? Не знаю, который может песенки там как-то там сказать, надо так сделать, чтобы было на радио, точно взяли. Да, ну вот, конечно, сейчас уже, что касается бусиков, там, личной жизни и того, что вы перечислили, конечно, ну, такого человека нет, но есть намного лучше, и, наверное, даже это больше, чем один человек, это целая команда. Ну, что-то вот, какая-то совокупность нескольких людей, то есть и...
естественно, с моим участием, то есть, как бы, естественно, с моей энергией, на которую притягиваются люди, и как мы друг с другом взаимодействуем, и рождаются идеи уже в этом, во всем. То есть, как бы, ну, отвечаю коротко, продюсера нет, но есть команда, которая выполняет, так скажем, все эти функции, только, конечно, не в ключе, что ты должен, так нужно, это будет хит, давай. Нет, такого, конечно, нет. Но это творчество, и в первую очередь, поэтому мы все и креативим, и как бы и работаем друг для друга. А нужен ли вообще продюсер артисту в 2020 году? Потому что, ну, еще там условно 15 лет назад, будучи самостоятельным артистом, нельзя было попасть ни на телевидение, ни на радио. И прорваться куда-то можно было вот только с помощью какого-то там человека, который знает вход. А сейчас нужен вообще продюсер или нет? Ну, я думаю, что в принципе уже доступно всем, что такая есть тенденция, что все меньше и меньше именно таких готовых продюсерских проектов прям под ключ. Ну, все больше именно self-made людей, артистов, которые вот пришли из интернета, стали популярны. И, конечно, тут опять же вопрос... За любым таким классным артистом стоит команда, потому что, ну, это огромный труд. Даже если ты кажется, что этот ролик залетел просто так, просто взорвал, на самом деле на это потрачено очень много времени, очень много сил, энергии. И то есть и там вот за этим одним видео, где есть один человек, стоит несколько других, и это команда как фундамент. Поэтому я вот за такой подход, именно за командой, и больше даже не... про то, где вот правда, то есть у тебя есть четкие условия, и ты должен там им следовать, где есть ты, и команда к тебе притянулась, люди притянулись к тебе, чтобы раскрыть тебя, чтобы дать тебе возможность стать более, ну, популярным, чтобы тебя услышали, так скажем, тебе эти открыть. Ну вот, слушай, ты сказала такую интересную вещь важную, что для тебя важно в том числе и быть self-made, потому что ты хочешь, чтобы какой-то, ну, грубо говоря, месседж отправить миру этому. Ну вот твое творчество — это о чем? Что тебе важно сказать? Изначально все начиналось с того, что я говорила, ну, о мечтах, о их силе, о том, как важно не забывать мечтать. Вообще в любые времена, в любые самые тяжелые ситуации просто находить время помечтать, потому что вот эта вот мечта, она как раз-таки как будто бы и зарождает в тебе все остальные, все, так скажем, твои проявления, как это может быть. Поэтому вот, ну, мне бы хотелось, да, наверное, изначально все вот... про мечту, про то, как важно следовать ей и ни в коем случае, вот, главное, не предавать. Потому что очень часто мы все время откладываем ни время, ни того, ни этого, ни сейчас. То есть, а завтра как бы может, не буду, конечно, не хочется о грустном, но завтра оно, правда, может не наступить, и это как бы... с хорошей точки зрения для мотивации, так скажем, для вдохновения, что лучше действовать сейчас, когда у тебя есть этот отклик внутри. Как правильно мечтать? Ты сказала, нужно помечтать. Так, короткий мастер-класс на несколько минут. Как правильно нам мечтать? Ой, как правильно мечтать? Фу. Да мне кажется, каждый знает лучше. Вот для себя, как он правильно мечтает. Кто-то мечтает, не знаю, просыпается и уже мечтает. Кто-то гуляет по парку и мечтает. Кто-то медитирует и мечтает. Ну, то есть... Ну, ты сама как это делаешь? Ты там, не знаю, кто-то пишет, я знаю. Кто-то, наоборот, мечтает, никому не рассказывает. А другие только придумали и сразу идут рассказывать, чтобы как-то энергию задать. Вот твой секрет какой? Ты как мечтаешь? Я какое-то время тоже считала, что нужно мечтать очень тихо, записывать. Но в последнее, вот буквально, не знаю, мне кажется, год, я мечтаю очень громко. И я говорю о своих мечтах. Я прям заявляю о том, что я хочу, как я хочу. И мне нравится то, как это получается, скажем, обратную связь. Поэтому мечтать нужно так, как тебе угодно, как чувствуется. У меня часто что-то приходит в моменте, и поэтому я быстренько это записываю.
И потом это каким-то стечением обстоятельств приходит в мою жизнь. То есть, как бы, я очень внимательна. Еще, знаете, есть такой мой лайфхак. Я безумно внимательна к тому, что я слышу извне. То есть, будь это, не знаю, мой друг, или, может быть, это просто продавец в магазине, или, может быть, это, не знаю, какой-то там стилист, да хоть что. Даже вот бывает иногда, ты идешь по улице, к тебе подойдет какая-то бабушка и что-то скажет, и ты должен очень внимательно к этому отнестись. Я очень верю, вот это какие-то знаки. И, ну, в общем, и работает, это правда удивительно. И особенно это стало у меня, так скажем, обострение случилось после прохождения нескольких актерских курсов, где учат быть максимально внимательным, где ты должен запоминать, где что, какие предметы, где ты должен запоминать очень быстро текст. И вот так это работает. Что бы ты хотела услышать, чтобы мир тебе чем ответил? Как бы ты поняла, что вот, меня услышали там? Ну вот здесь ключевое — быть услышанным и быть, так скажем, принятым таким, какой ты есть. Для меня вот есть этот вот такой, ну, не то чтобы важный момент, но мне кажется, на сегодняшний день это правда является таким каким-то даже трендом, что ли, на то, что ты вот должен быть, ну, не должен, ты вот такой, какой ты есть, и, то есть, ты это транслируешь, ты отдаешь себя в массы, и обратно возвращается, то есть, связь не с какими-то попытками тебя изменить, а вот с твоим принятием, и плюс еще, конечно, мне очень сильно меня вдохновляет, и когда люди пишут о том, что они нашли, не знаю, пусть это будет строчка, я очень часто просто читаю стихи, ну, даже как бы песни, конечно, тоже и стихи, и они говорят о том, что мне так это откликнулось, я понимаю, о чем ты, и даже в каких-то моментах, то есть, меня это смотивировало на что-то, то есть, как бы, ну, даже если это будет, не знаю, 3 человека, которые вот что-то уловили, нашли, и их это как-то, не знаю, где-то успокоило, где-то смотивировало что-то, то для меня это уже большое счастье. Ну, то есть я получаю огромное удовлетворение, удовольствие, наслаждение от того, что когда ты делишься миру, мир как бы тоже с тобой делится, и, соответственно, это вот, опять же, про энергообмен, как бы вы друг друга заряжаете, и все очень просто. Слушай, а как ты вообще относишься вот к этой истории, что у нас в России очень часто артистов делают по образу и подобию американских артистов? Ты вообще как считаешь, это нормально брать какие-то черты от очень крутых артистов, вроде Бейонсе, там, Рианы и вообще богинь? Нормально ли что-то у них перенимать или нет? Хотела бы ты, может быть, что-то там, какую-то штуку подрезать себе у кого-нибудь из них? Я искренне просто считаю, что, ну, во-первых, как бы, я не думаю, что кто-то прям приходит и делает под копирку, ну, есть, конечно, какие-то ключевые моменты, но, опять же, тут вопрос очень спорный. Если, допустим, я росла с детства и слушала все время Бейонсе, смотрела ее клипы, эту эстетику, пыталась подражать вокальным моментам, естественно, во мне это будет, потому что, ну, я просто так выросла, и для меня это нормально. И то есть, если кто-то мне скажет, ты похожа на Бейонсе, да я вообще не обижусь. Ну, то есть, как бы, я же все равно другой человек, у меня все равно другая музыка, у меня все равно другой стиль. То есть, как бы, естественно, если ты там, не знаю, берешь и красишь волосы в зеленый и говоришь, что, ну, или говоришь, что тогда нет, это не Билли Айлиш, ну, это, конечно, странно. То есть, как бы, ну, опять же, это же мое проявление, и я все равно транслирую это по-другому, поэтому, ну, я, как бы, даже в музыке, на самом деле, согласитесь, что часто слышно какие-то уже такие знакомые звуки, даже мелодии, ты думаешь, ай, он просто взял, там, украл. Ну, а возможно, нет, возможно, вообще он не украл, возможно, эту песню никогда не слышал, и это просто как бы из разряда всего есть 7 нот, и эти 7 нот уже просто, уже, мне кажется, все вариации, уже все попробовали, и какие-то совпадения, которые ты слышишь, ну, человек, может, просто о них не знает. А опять же, тут как бы, ну, а вдохновляться там чужими референсами тоже, ну, я не считаю, что это плохо. То есть, как бы, ну, как бы откровенно, конечно, если ты попытался просто взять и там, не знаю, сделать полноценно, снять, да, под ноль,
Ну, это, конечно, плохо, но, опять же, тоже, вот, честно, вот в наше время даже это работает, и даже вот такие, как бы, ну, просто я много музыки слушаю и сравниваю, я понимаю, что же такие вещи, они просто залетают, и люди их принимают. Ну, тогда, как бы, разве это плохо? Ну, а у тебя есть, кроме Бейонсе, еще какие-то там парни, девчонки, которые, вот, ты считаешь, ну, такой твой первоисточник твоего творчества, и которые не зазорно сделать референсом, и даже приятно, если напишут, например, что ты похожа на них. Это какие артисты? Каждый этап, на самом деле, в моей жизни, он у меня связан с каким-то, так скажем, ну, есть какие-то там личности, которые мне откликаются, и, допустим, в возрасте там 10 лет это были девчонки Spice Girls, и мне казалось, что это самое вообще лучшее. Потом у меня, допустим, там с 16 лет как раз-таки была вот любовь к Бейонсе, я мечтала попасть на ее концерт, и я попала на ее концерт, и просто, конечно, не знаю, настолько меня пробило энергии. На сегодняшний день это более такая, конечно, какая-то спокойная энергия в плане вот именно подачи, транслирования, но опять же я говорю, что я очень-очень много слушаю музыки, я смотрю очень много выступлений, и тут даже у меня почему-то сейчас, когда вы начали задавать вопрос, я сразу хотела ответить, что у меня как-то больше я вдохновлялась именно постановками и шоу, то, как это делают, и изначально мой там вообще источник вдохновения, мотивации, это было Cirque du Soleil, когда я увидела первую там запись видео, то есть у меня изначально как-то вот оттуда пошло, то есть не от какой-то личности, то есть, а от шоу, от картинки. Ну, кстати, это очень западная, мне кажется, история, когда шоу делать так же важно, как петь, потому что, согласись, например, в советское время, да, голос был на первом месте, а все остальное было на 12-м месте, там, внешность, потанцовка, вот, шоу как-то не стремились делать. А, кстати, можно ли вообще совмещать шоу, например, и живое пение? Как ты считаешь? Потому что не так давно я увидела интервью Мадонны, которая сказала: ребят, ну я там что-то пою, конечно, подпеваю где-то вживую, но вы себе представьте, да, я там кручу такие кульбиты, если бы я еще вживую пела, это просто, ну, по дыханию нереально. Ну, то есть, как бы, нужно там какие-то компромиссы. Ты сама как считаешь? Это нужно тренировать, нужно посмотреть несколько выступлений Бейонсе и убедиться, что это возможно, ну, как минимум точно так. Это стоит пробовать, и я даже не знаю, что я, ну, чтобы я сказала, что да, нужно делать шоу и включать, не знаю, фонограмму. Да нет, конечно, то есть как бы это реально, это можно, это нужно совмещать, просто опять же есть разные артисты, и то есть тут тоже нужно понимать, есть артисты с разными вокальными данными, и есть артисты, которые настолько энергичны, что как бы их вокал — это, ну, не самая сильная вообще сторона. То есть как бы мы не говорим про вокалистов, мы говорим про артистов. Артист — это не только про голос, про диапазоны, это про подачу, это про твое вообще актерское какое-то тоже в том числе мастерство. То есть это и танцы, и это такая вот совокупность всего на самом деле, что мне даже иногда бывает обидно за некоторых артистов, которые говорят: о, он петь не умеет. Ребят, ну как бы, ну он зато выходит на сцену, и ты оторвать как бы взгляда не можешь. То есть как бы, ну и это вот тоже так все относительно, поэтому нет, я считаю, что если есть, как бы, так скажем, замашки на шоу, то, конечно, это все нужно просто делать и петь в том числе, и, как бы, а Мадонна, как бы, ну и круто, что она просто это говорит, на самом деле, как бы, я бы с удовольствием побывала на ее шоу, даже учитывая, что она там не везде поет вживую, абсолютно я бы, мне кажется, не смутилась. Если вот говорить про мечты, ты бы с кем вообще мечтала из мировых звезд выступить на одной сцене, спеть дуэтом? Топ-3 твоих прям, которые уже в карте мечты уже наклеены. Вот удивительно, да, конечно, что у меня нет там кого-то определенного. Я, ну, опять же, это все как бы на уровне энергии и так далее. Но если бы мне сказали, что вот, не знаю, там, завтра записываешь дуэт с кем ты хочешь, я бы, конечно, поработала с Бейонсе. Ну,
Я согласна, я тоже ее очень люблю. Она, мне кажется, вообще великолепна во всем, что она делает. Я даже не буду говорить, что там второй, третий, вот достаточно. Мне хватит и одного. Давайте. У нас сейчас вообще очень большое барнаульское лобби в Москве артистов, которые приехали из Барнаула. А ты с ними дружишь? Есть у тебя, может быть, какие-то планы там с барнаульскими ребятами что-нибудь? Вот сейчас Ваня Чебанов активно начал, например, вот буквально 2 дня назад новый клип выпустил. Вот этот. Наш с Алтая, наш танцор, которого сейчас просто разрывают, толстячок. Вот какие-то есть планы на такие коллабы? Вот с Ваней мы уже как раз-таки выпустили один трек в начале июля, «Пожар», он уже доступен на всех площадках, вот, и с ним мы познакомились не так давно, на самом деле, я слышала о нем давно, знала его проекты и следила за проектом, вот, который они сейчас выпускают с группой, и мне было всегда интересно, очень приятно, и я вам честно скажу, вообще, вот, я нисколько не лицемерю, но вот это вот какая-то сибирская душа, она настолько теплая, и ты по-другому вообще работаешь с человеком, который, ну, казалось бы, просто родился в том же месте, где и ты. Мы с Ваней очень легко нашли общий язык, написали эту песню вообще просто в каком-то, ну, легком таком, не знаю, настроении. Ну, по сей день мы с ним как бы сотрудничаем, работаем, то есть общаемся, поддерживаем друг друга. И как бы, ну, это классно, здорово. Так, а Вок вместе с Красиловым, вот это вот все. Ну, Красилов сейчас, на самом деле, я думаю, что его график настолько забит, что, конечно, не до встреч на кофе. Нет, но это классно, это же круто, что на самом деле человек там, он же был и в проекте, я знаю, в каком-то танце, то есть, ну, он очень долго тоже шел, пробивался, и потом один ролик делает его настолько... То есть популярным, что все, он везде, и это классно. Как бы это опять же тоже, вот он накопил этих энергии, сил, контактов и так далее, ресурса. И вот теперь он просто его раздает и принимает. Что для тебя сейчас является равным твоему успеху и тому, что ты состоялась? Потому что еще там 15 лет назад успех это там, я не знаю, собрать олимпийский было. А сейчас есть очень много артистов топовых российских, которые не собирают, например, олимпийский, но при этом они звезды Ютуба. Для тебя что будет вот такой отсечкой, что я молодец? Я молодец. Ну, во-первых, как бы я каждый день молодец, потому что я каждый день пишу себе благодарности дня. Поэтому с этим у меня все в порядке. Я попадаю в ту категорию людей, которым всегда будет мало и недостаточно, и как бы приходя на одну ступень, я всегда буду уже знать, что на второй, на третьей меня ждет, что я хочу, чтобы меня ожидало. У меня есть большая мечта, да, допустим, и я к ней вот иду на протяжении уже там своих 10-15 лет и знаю, что еще, наверное, столько же примерно, ну нет, хотя, может быть, поменьше. То есть, конечно, это глобально, это история, о которой я очень часто рассказываю, с которой я ходила, даже обучалась в бизнес-школу, чтобы узнать структуру, как это работает. То есть это история создания большого шоу, шоу, которое можно привести в любую площадку, адаптировать его максимально, сделать красивым. У меня вот родилась просто безумная идея о том, что я хочу создать глобально такую картинку, которую можно везде показать, можно везде проехаться, и каждый человек получит идентичную историю. То есть, возможно, это площадка. Возможно, это площадка должна быть, которая способна перемещаться. А возможно, с нашими технологиями это все связано только чисто на какой-то виртуальной там, реальности. То есть, и способность погружения человека вот в это пространство. То есть, но сейчас, как бы, я честно скажу, что
мы уже даем, так скажем, первые шаги, задатки на то, чтобы вот это воплотить в жизнь. Мне хочется сделать не просто концерт, да, свой, как многих артистов, мне вот хочется сделать именно шоу, и шоу в формате, когда это будет вот прям от, не знаю, там, акробатов, то есть это будет видеоконтент, какая-то 3D-графика, лазеры, то есть максимальные какие-то реквизиты актерские, то есть и где песня это будет лишь сопровождение того, что на самом деле в этой песне заложено, чтобы вся вот эта вот, так скажем, конструкция отображала какой-то сюжет или какие-то переживания, эмоции, то есть того, что есть в песне. И это вот такая большая-большая мечта, о которой я тоже могу очень долго рассказывать. И опять же, она вдохновлена полностью цирком Дю Солей. Хочется первой запрыгнуть на эту ступеньку, да? И, наверное, когда вот это пройдет это шоу, я зайду за кулисы и скажу себе, что, блин, кажется, получилось. И вот она, это та самая реализация, о которой так много меня спрашивали, а я думала, что же я отвечу? Кажется, вот. То есть там миллион просмотров на Ютубе, миллион скачиваний там в каком-нибудь Apple Music, это все не стоит, да, в приоритете? Ну, вот честно, я не знаю, у меня ни одного окружения, в окружении из артистов нет, кто бы говорил о том, что я хочу, чтобы это вот, запуская видео, чтобы оно набрало там, не знаю, миллион. На самом деле, ну, любой творческий человек прекрасно понимает и делает это только потому, что у него это идет. И как бы рассчитывать на миллион, там, на 10 миллионов, это приятный очень бонус. Это получается, что ты совпал с еще миллионом, они тебя услышали, они посмотрели. И то есть у тебя, и ты уже не один, то есть это вот есть вот группа твоя, поддержка. То есть это примерно вот так. Ну, то есть, считать целью, там, не знаю, скачивание в iTunes, ну, такое. Расскажи немножко про ваш проект вместе с вашей сестрой. Я знаю, что вы делаете мерч, но этот мерч, он совершенно не коммерческий. Вообще, коротко, что это за история, ради чего это все и для кого? Ну, мерчем это, конечно, сложно назвать. Вот, это не совсем мерч. Все, что касается благотворительность, ну, опять же, почему, я не совсем как бы думаю, что это как раз-таки относится к категории вопроса «почему?», это скорее, вопреки, то есть это потому, что так хочется, и вот на сегодняшний момент это такая малая часть того, что хочется, дать, поделиться, опять же, с этим миром, чтобы этот обмен произошел. Это было просто внутреннее желание, и оно остается по сей день. У меня всегда было как бы понимание, что тот минимум какой-то там благотворительности, которую можно сделать, ее нужно сделать. И то есть это абсолютно нормально, как бы, но это не стоит там в центре, в эпицентре всех моих там, не знаю, целей, да, желаний и так далее. Просто это есть, и мне приятно, что это есть. Если ты можешь, значит, ну, возьми и сделай. Вот так. Ну и последний вопрос. Ты думала о том, кем ты будешь через 10 лет? Вот Диана через 10 лет. Что это за девушка, за женщина? Что у нее уже есть и к чему она стремится? Ну, конечно, я очень много думаю, я очень много планирую, мечтаю и рисую себе и просто визуализирую, и всегда я прихожу к тому мнению, что через 10 лет я буду очень счастливым человеком. И это самое главное, самое ценное, и все. И то есть все остальное, все остальные обстоятельства, они уже притянутся. Поэтому я желаю каждому в приоритет ставить именно собственное счастье, любовь и все. И знаете, вот планировать это классно, но лучше все-таки мечтать, а планировать, ну, такими короткими какими-то промежутками, потому что иногда бывает намного силы выше наших планов. И это тоже нормально. Так что вот так. Диан, спасибо большое. Очень было приятно познакомиться и пообщаться. До встречи. Ага, пока-пока.